Алло. Голиков Данила Витальевич. Да. Данила, слышите меня или нет? Слышу. Данный называется полиция. Здравствуйте. Старший лейтенант Саумов Василий Петрович, 4-й отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Дело в том, что сегодняшним днем там заявление поступило от Центрального банка на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества. Просматривается статья 159, часть 3 УК РФ. Слышите меня? Секундочку, сейчас я посмотрю, что значит. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У вас тут почему-то сбросилось. Я проверил статью. Алло. Алло. Почему вы молчите в трубку? Меня недавно избрали главой Бычковского сельского поселения Московской области. Спасибо, что предупредили насчет заведенного дела. Там всего лишь штраф 100-150 тысяч рублей. Я просто заплачу и все. Спасибо большое. А чего молчите, как какие-то извращенцы? Алло? Вы что? Вы что, кайфуете от моего голоса-то?